Бронзовый кузнец Каракс. Я искал тебя. Артанис, хвала богам. Твои нейронные узы. Их нужно отсечь. Это уже сделал Тёмный Тамплиер. Я больше не связан с Халой. Сколько нас осталось? Я спас всех, кого мог. Идем. Мы должны покинуть эту планету, пока не поздно. Покинуть? Как? Копье Адуна все еще покоится под руинами Коршакала. У него древние генераторы. Но одаренный кузнец вроде тебя сможет их активировать. Копье Адуна? Я... Для меня честь иметь такую возможность. И мы не должны ее упускать. Да, это так, Каракс. Отправляемся в путь. Направляемся к копью Адуна. Если его генераторы еще можно запустить, я это сделаю. Как только я приведу его в рабочее состояние, мы сможем покинуть эту планету. Копье Адуна покоится под местом, где когда-то находилось сердце Конклава. С его помощью я надеялся одержать окончательную победу над зергами. Но теперь это наш единственный шанс на выживание. Артанис, почему ты бежишь от спасения? Силендис, ею управляет Амун. Каракс, нам необходимо включить системы копья Адуна. Первое энергетическое ядро уже включается, но остальные четыре еще заблокированы слизью. Понятно. Значит, их нужно очистить. А что с системами защиты? К сожалению, они обесточены. Но системы поддержки копья Адуна могут помочь нам. Они позволят нам установить пилоны в любом месте поля боя. Мы должны поставить здесь хотя бы один, как можно скорее. Иерарх, эти фотонные пушки могут защитить наш Нексус. Чтобы включить их, нужен всего один пилон. Его можно вызвать с помощью копья Адуна. Нажми кнопку «Вызвать пилон» в верхней части экрана. Теперь противников в радиусе поражения могут обстреливать наши пушки. Если они при этом получат урон, батарея восстановит их щиты. Работоспособная линия обороны, безусловно, необходима для успешной эвакуации. Но наша главная задача — очистить энергетические ядра от слизи. Теперь мы можем преобразовать наши врата во врата искривления. Это позволит нам вызывать воинов в любую точку на поле боя, где есть пилон. Thank you.
Хаай. Пустота холодна. Энергетическое ядро запущено. Сенсорные системы копья Адуна активируются. Не отвергай свою судьбу, Артанис. Твой народ наконец обрел истинное единство. Предложишь. Сенсоры готовы к работе. Погоди. Что это? К нашему Нексусу приближаются призмы искривления. Сталкеры, уничтожьте их! К нашему Нексусу приближаются зерглинги. Надо укрепить оборону. Пустота. Засекли поблизости обесточенные врата искривления. Вызвав рядом с ними пилон, мы обеспечим врата энергией и захватим преимущество. Я рекомендую воспользоваться способностью копья Адуна. Хотя наши зонды тоже могут справиться с этой задачей. Тени. Очень разумно.
Наши войска обнаружили врата искривления. Надо только обеспечить их энергией, вызвав пилон. Иерарх, врата искривления готовы к работе. Мы можем немедленно начать вызов войск. Жизнь за Айю! Жизнь за Айю! Жизнь за Айю! Жизнь за Айю! Очень разумно. Мои навыки пригодятся тебе. Не сопротивляйся. Избавься от боли. По-твоему. База атакована. Я включил еще одни врата искривления. Подготовь их к немедленному использованию. Жизнь за Айю! Жизнь за Айю! Что я? Голос. Я здесь. Среди теней. Вераку. Враг познает нашу ярость. Хорошо. Ради возмездия. Жизнь непорочна. И несовершенно. Я преображу ее. Все против тебя. Даже земля под твоими ногами горит пламенем моей победы. Нидуса. Воины, уничтожьте их. Нам еще рано сдаваться. Я здесь. База атакована. Мои навыки пригодятся тебе.
одна стая зерглингов приближается к Нексусу с юга. Что ты предложишь? Я не буду служить тебе. Бустат. Не хватает минералов. База атакована. Я здесь, среди теней. Я голос затмения. Тени. Иерарх, в этом направлении выявлено присутствие протосов. Энергетического ядра там нет. Среди теней. Сердце тьмы.
Жизнь за Айю. Тебе. Что ты предложишь? Мы едины с тенью. Все будут едины. По-твоему, крадущиеся тени. Тебе. Хорошо. Вераку. Я не буду служить тебе вечно. Здесь, среди теней, пустота холодна. Мы, я, сердце. Я здесь, среди теней. Закончили. Скоро копье Адуна сможет взлететь. Осталось подключить лишь одно ядро. Довольно. Я положу конец этому циклу вечного безумия. Не сопротивляйся и прими спасение. Я
здесь, среди. Я здесь, среди. Не хватает минералов. Жизнь за Айю. Приближаешься к улью зерков. Он хорошо охраняется. Я не вижу тебя. Отличная работа, Иерарх. Теперь все заброшенные врата искривления под нашим контролем. Свободны от воли обычных. Мы должны покинуть этот мир, если хотим выжить.